Всегда здорово, когда побеждаешь. Всегда здорово, когда ты побеждаешь. Какие могут быть эмоции? Связанные с победой, эмоции, они всегда только положительные. Награждение, которое сегодня произошло, оно должно было состояться несколькими днями ранее, но по понятным причинам оно было отменено. Вот по этому поводу скажите. Нет, оно было отменено чисто по причинам занятости, и пришлось переносить это мероприятие на несколько дней правда. Ну, а все-таки по поводу того, что случилось несколько слов в Севастополь, сам пока их уже. А что у нас случилось? У нас ничего не случилось, жизнь продолжается. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставил на командование перед ним.